Острые социальные репортажи ежедневно создает редакция новостей телекомпании «Город». Мы освещаем проблемы капитального ремонта, дорог, свалок, разрушения уникальных зданий. Добиваемся комментариев ответственных лиц и освещаем самые злободневные темы. В том числе мы делали серию сюжетов про уничтожение озера «Дикая утка» и ремонт Солочинского моста. Мы стараемся уходить от официальных новостей, больше делать сюжеты, которые касаются жителей города. Нам постоянно обращаются наши зрители со своими проблемами, которые мы стараемся решить, и наиболее приятно, то есть там, когда нам звонят и благодарят за наши сюжеты, потому что фактически в 70% случаев, то есть там мы помогаем людям, то есть там в решении их вопросов и проблем. Мы регулярно разоблачаем мошеннические схемы и рассказываем о происшествиях нашего региона. Все самые важные события криминального мира собраны в программе «Территория закона». Видео со следственных экспериментов, рассказ об убийствах и грабежах из первых уст, комментарии официальных лиц. Мы делаем спецрепортажи, чтобы люди могли узнать немножко больше, чем они прочитали в новостях ранее на других сайтах. Также мы сотрудничаем с разными ведомствами, то есть это начиная с Следственным комитетом и заканчивая там прокуратурой, ОМВД. О лучших товарах и производителях региона мы рассказываем в программе «Знак качества». А на наиболее актуальные вопросы отвечают наши гости в студии программы «Городские встречи». Профессионализм сотрудников телекомпании «Город» отмечен на высоком уровне. С 2013 года мы ежегодно становимся лауреатами региональной премии «Лидер доверия», которую учредила Ассоциация защиты прав потребителей совместно с правительством области. На сегодняшний день телекомпания оказывает максимальный спектр услуг, которые может оказывать какая-либо телекомпания. Мы начинаем от простого размещения телевизионной рекламы, как прокат телевизионных роликов, кончая полноценным информационным сопровождением с поддержкой в интернете и другими носителями. Мы вещаем на трех федеральных каналах в рамках региональной врезки. Это РБК, наиболее востребованной деловой аудитории, Че для мужской части зрителей и Ю для девочек и женщин, а также на круглосуточном собственном телеканале «Город», который так полюбился рязанцам. Просто размещение телевизионной рекламы идет на 6 телевизионных каналах. Один из этих каналов – это сплайсинговый канал, канал, который входит в 20-ку обязательных цифровых каналов «Домашний». Мы являемся официальными их партнерами в нашем регионе. Помимо этого, размещение рекламы осуществляется на каналах ТНТ-4, Че, непосредственно канале «Город», на канале РБК и Ю. К лету телеканал «Город» обновил сетку вещания. Мы подготовили программы для всей семьи. Детям любимые мультики, среди которых «Приключения Геркулеса», «Кунг-фу кролик», телешоу «Жизнь замечательных зверей». Для родителей тревел-шоу «С мира по нитке». О том, как наполнить поездку приключениями и при этом сэкономить. Будут интересные сериалы, в частности, «Жизнь и приключения Мишки Япончик». Непередаваемый одесский колорит, отличные актеры, много музыкальных номеров, шикарные костюмы. Также летом будет серия фильмов французских киностудий «Жизнь в розовом цвете». Это биографическая драма о жизни Эдит Пиаф. Стоит отметить, что анонсы всех фильмов и сериалов, а также самые яркие новостные репортажи и любимые программы вы можете увидеть на нашем официальном сайте город62.tv, а также в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Твиттер и Инстаграм. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».